Трапеция, площадь которой равна 594 метра квадратных, высота 22 метра, а разность параллельных сторон равна 6 метров. Найти длину каждой из параллельных сторон. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Четырехугольник ABCD, трапеция. Площадь трапеции равна 594 метра в квадрате. БК перпендикулярно АД. БК равно 22 метра. АД параллельно БС. Разница оснований АД минус БС равно 6. Найти основание АД и основание БС. Напишем формулу площади трапеции. Площадь трапеции равна полусумме оснований А плюс Б умножить на высоту трапеции, на H. Эту формулу необходимо знать. Воспользуемся формулой площади для нашей трапеции. Тогда площадь трапеции ABCD будет равняться 1 вторая умножить на полусумму оснований BC плюс AD. И все это умножить на высоту, в нашем случае BK. Подставим сюда наши значения. Тогда у нас получается, площадь трапеции это 594, будет равняться 1 вторая умножить на полусумму оснований BC плюс AD умножить на высоту BK. Высота BK по условию равняется 22 метрам. Сократим 22 и 2, и у нас получается 11. Тогда у нас получается 594 будет равняться 11 умножить на BC плюс AD. Запишем еще одно уравнение, которое нам дали в условии. Это AD минус BC равное 6. Таким образом мы получили систему. Преобразуем ее. Для этого разделим первое выражение на 11. Тогда у нас получается 594 разделить на 11 это 54. И это равняется BC плюс AD. Со второго мы выразим AD. Тогда AD будет равняться 6 плюс BC. Подставим наше AD в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается 54 будет равняться BC плюс AD. Это 6 плюс BC. Решим получившееся выражение. Для этого цифры перенесем влево. Это 54 минус 6. А в правой части посчитаем. Это будет 2BC. Разделим получившееся выражение на 2, чтобы выразить BC. Тогда BC будет равняться 48 вторых или 24 метра. Воспользуемся ранее написанным выражением и найдем AD. Тогда AD будет равняться 6 плюс 24. Посчитав, получаем 30 метров. Запишем ответ. AD равно 30 метров, BC 24 метра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.